Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Даніна пам'яті. Супрацоўнікі управління Державного комітету судових експертиз по Гомельській області провели мітинг каля монумента «Партизанська криничка». Гульні розуму. У Гомелі юні інтелектуали з 5 країн змагаються за Кубок Європи. Ефектная кропка. Артисты Российской державной цирковой компании завершают 46-й сезон у Гомельским цирку. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Президиум Совета Республики Национального Сходу Беларуси затвердил план деяния по реализации доручений у президента у 2018 году. У отповедности с документом будут вывучены макчимости повышения роли мясовых советов депутатов у вырашения актуальных пытаний социально-экономичного развития регионов, макчимости удосконаления административно-территориального уладкования Беларуси. Увага будет нададена пытаниям стратегичного планования социально-экономичного развития регионов, содзейнічанне реалізацыі плана індустрыялізацыі. Пастаянным камісіям і сакратарыяту Савета Рэспублікі даручана забяспечыць безумоўную реалізацыю даручэнняў, дадзеных кіраўніком дзяржавы, а таксама аказваць неабходнае садзейнічанне дзяржаўным органам. У адпаведнасці з даручэннем прэзідэнта Беларусі аб развіцці пасёлкаў гарадскага тыпу у Камарыне Брагінскага раёна праводзяцца маштабныя работы па добраўпарадкаванні тэрыторыі і капітальным рамонце шэрагу аб'ектаў сацыяльнай сферы. Звярнуць увагу на гэты населены пункт прымушае і той факт, што менавіта адсюль у верасні 1943 года пачалося вызваленне Беларусі. Гарпасёлак наведаў Олег Сенцероў. У гістарычных крыніцах Камарын узгадваецца яшчэ ў 14 стагоддзі, як вёска ў рэчыцкім павеце. У сярэдзіне 17 стагоддзя тут праходзілі шматлікія бітвы украінскіх казакоў з польскімі войскамі, але ў сучаснай гісторыі Камарын вядомы іншай падзеі. 23 верасня 43 года гэты гарадскі пасёлак стаў першым раённым цэнтрам Беларусі, вызваленым ад захопнікаў. Праўда, непасрэдна пераправа падраздзялення цэнтральнага фронту адбылася ў раёне вёскі Верхнія Жары, гэта каля 10 кіламетраў на поўдзень ад Камарына. Месца выбралі не выпадкова. Гэтая тэрыторыя находился под контролем партизан. Помогли междуречи переправиться нашим войскам, а вот обеспечивали переправу. Ну а потом уже 15-й стрелковый корпус развернулся в междуречи Припяти и Днепра, освободил первых 6 деревень. А 23 сентября уже первый райцентр Беларуси, городской поселок Камарин. Об боях, якія разгарнуліся на камарынскім напрамку, можна меркаваць па братскай магіле, якая знаходзіцца ў цэнтры гарадскога пасёлка. Тут пахаваны 798 чырвонаармейцаў, у тым ліку 6 герояў Савецкага Саюза. Да 75-й гадавіны вызвалення Камарына тут правядуць рэканструкцыю. Адпаведны праект зараз распрацоўваецца. Яшчэ адзін праект тычыцца стэлы, якая ўсталявана ў гонар вызваліцеляў 15-га стралковага корпуса 13-й арміі цэнтральнага фронту. Менавіта каля гэтага помніка ў Камарыне праводзяцца ўсе ўрачыстыя мерапрыемствы. Да 75-й годовины вызволения Камарына стела набыє новый выгляд. По-перше, она станет колеровой, теж солдатской каски, пофарбуйте зеленый колер. Заявится еще одна лестница, тогда подходить до стелы станет больше зручно, особенно подчас массовых мероприемств. И еще проектировщики пропонуют установить вот тут специальную систему подсвечивания. Хоть только военными помниками доброупорядкования Камарына не обмежуется. У червени будовники повинны завершить капитальный ремонт городского дома культуры. На этой мете выдаткована амаль 500 тысяч рублей. Работы будуць праведзены і ўнутры будынка. Яшчэ адзін аб'ект сацыяльнай сферы, дзе зараз ідзе рамонт бальніца. Хоць не ўсе работы праводзяцца за бюджэтныя сродкі. Працэс навядзення парадку на вуліцах гарпасёлка – клопат мясцовых прадпрыемстваў і жыхароў Камарына. Сёння гэта амаль 2,5 тысячы чалавек. Наш пасёлак всегда должен выглядеть очень красиво и хорошо. Мы уже к этому привыкли, и все люди выходят, и организации закреплены за каждыми улицами, население выходит, чтобы говорить, чтобы выглядеть. Олег Сенцероў, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Супрацоўнікі управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области провели митинг каля монумента «Партизанская криничка». Во урочистой обстановке они отдали данину памяти загинувшим воинам-вызволителям. Мемориальный комплекс установлен на месте базирования партизанского отряда «Большавик». Он был сформирован у периода оборонных боев за Гомель у жнивни 1941 года. У кастрычніку 43-го на базе отряда была створена партизанская бригада
ўлада «Бальшавік», якая налічвала больш як 500 народных мсціўцаў. За мужнасць і гераізм, праяўленыя ў барацьбе з акупантамі, пяцярым партызанам прысвоена званне Герою Савецкага Саюза. Іх імёнамі названы вуліцы Гомеля. Да монумента афіцэры, іх дзеці і родныя ўсклалі жывыя кветкі і вянкі. Памяць загінуўшых герояў шанавалі хвілінай маўчання. Пасля ва ўрачыстай абстаноўцы супрацоўнікам экспертных падраздзяленняў, якія вызначыліся ў службе, былі ўручаны ўзнагароды. У вайсковай часці 55-25, вядомая таксама як 6-я асобная спецыяльная міліцэйская брыгада, прайшоў рытуал агульнавайсковай вячэрняй паверкі. Яна была прысвечана Дню дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. На плацу увесь асабісты састаў вайсковай часці. Прычым на гэты раз паверка адбываецца адначасова ў 4 гарадах вобласці, дзе размешчаны падраздзяленні брыгады – Гомелі, Светлагорску, Рэчыцы і Мазыры. Працэдура распісана літаральна па хвілінах і не дапускае ніякіх адхіленняў. Вынас дзяржаўнага сцяга, штандарту дзяржаўнага герба і баявога сцяга пад гукі ваеннага аркестра. Давядзенне да ваеннаслужачых палажэння аб дзяржаўных сімвалах краіны. І непасрэдна паверка, падчас якой першым называюць імя героя Савецкага Саюза Дмітрыя Пінязькова, ганаровага салдата першай патрульнай роты вайсковай часці 55-25. Адразу пасля завяршэння рытуала частка ваеннаслужачых накіроўваецца для патрулявання гарадскіх вуліц. Асноўная задача – падтрыманне грамадскай бяспекі і парадку. Герб і флаг – это адражэнне велічыя і красаты родной земли, преемственности исторических традиций и неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего. Созидательного характера белорусов, и вместе с ними мы уверенно идем вперед к общей цели – построению сильной и процветающей Беларуси. Разам з працоўным пытаннем вырашыць і кватэрны. Наколькі гэта рэальна, на сваім вопыце праверыў жыхар Гомельскай вобласці. Александр Кот стаў на біржу, а праз некалькі тыдняў атрымаў не толькі магчымасць працаўладкавацца, але і атрымаць трохпакаёвы дом у развітой вёсцы бясплатна. Аб рэалізацыі дзяржаўнай праграмы на прыкладзе канкрэтнай сям'і наступны матэрыял. Этому малышу 15 дней. У рацыён его кормлення ходзит смесь концентратаў і молоко. У падначаленні сотня чалавек. Пад апекай амаль 4 тысячы жывёлін. Тэхналогія кармлення, парадак і здароўе парнакапытных. Адказнасць Александра Кота за тэхніка мясцовай гаспадаркі сур'ёзная. Аднак і аддача добрая, зарплата 950 рублёў. У камплекце да яе асобны дом. Праўда, дзеля гэтага яму з сям'ёй прыйшлося змяніць статус гараджан на статус вясковых жыхароў. Я пытался найти работу, но, в принципе, мне помогла биржа труда. У жилья у нас своего не было. То есть мы жили с родителями. Здесь свое уже все-таки жилье, здесь я хозяин и есть хозяйка моя жена. У господарцы Дзяржинский агро амаль 200 работников. И Александр не один, кто разом с працоўным вырашил и кватерное пытание. Жилевый фонд господарки 93 домы, а так само интернат. Головная умова – треба отпрацовать минимум год. Александр тут уже 2 года и покуль покидать утульное место не плануя. Дело в том, что в сельском хозяйстве просто не бывает, потому что тут работают только вот такие энтузиасты, вот захотел, пришел, работает. Работа очень хорошо, человек старается, отношение к труду хорошее, амбициозный, грамотный, поэтому молодым дорога, правда? Александр заочно учится у ветеринарной академии. Праз месяц уже поедет по диплом. А покуль после працы вертаются у свой дом, где его сустракают жонка, маленькие дочка и сын. Привет, мой сын. Усе выдатки на их пераезд узяла на себе держава. Так само сям'і выплатили допомогу 9 бюджетов прожиточного минимуму. Это амаль 2000 рублей. На гэтые гроши набыли меблю, зрабили косметичный ремонт. Я не могу сказать, что очень сильно сомневались. Мы приехали, посмотрели дом. Дом нам понравился. Ничем не хуже, чем в городской квартире. Здесь газовое отопление, водопровод, центральная канализация. То есть здесь мы ничего не потеряли. Все здесь есть звездное небо, чистый воздух, которых не хватало в городе. По словам новоспешенных вяскоўцаў, на жыццё тут идет у 2 раза меньше, чем у городе, а заробок у 2 раза больше. И все это стало магчымым, дзякуючы дзяржпраграме переселения беспрацоўных, якая дозволяет знайсці працу тым, кто у ёй мае потребу, практично у любой кропцы Беларуси, акрамя столицы и областных центров. Зараз такие переселенцы есть во всех регионах краины, и все же их могло быть больше. Многие не ведают об такой магчымости, інших полохае новое жыццё. Александр же про свой выбор не шкадуя. Держи, будешь папе помогать, сыпь, сыпь, насыпай, насыпай.
Давай. Молодец. Дарэчы, ён зоотэхнік у трэцім пакаленні, дзякуючы пераезду на практыцы асвоіў справу свайго дзеда. У вёсцы завёў хатнюю жывёлу, цяпер і сына паступова прывучае да сямейнай справы. Ганна Кавалёва, Настасія Кучынская, Рэчыцкі раён, пры падтрымцы АТН. 40 команд удельниц и признание на сусветном узровне. У Гомеля у 15 раз стартовал Кубок Европы по интеллектуальных гульнях сярод школьников. Мероприемство традиционно проходило в областном палаце творчести детей и молоди. Дарэчы, Гомель по праве может лечиться международной столицей юнацких гульняв розуму, бо аналогов турниру нема. Все лето на споборництво завитало больше, як 250 эрудитов с 5 краин свету. 14 команд представляли Республику Беларусь. Остатние приехали из разных кутков России, Украины, Армении и Латвии. Подчас Кубку Европы удельников чекает насыщенная программа и напруженная борьба на протягу 3 дзён. Команды школьников споборничают у дзвюх узростовых категориях – юниоры и ювеналы. При этом медали интеллектуалы отримливают за перемогу у 4 гульнях. Самое головное – яких что, где, коли, а самая видовищная – брейн-ринг. Участие в этом турнире – это есть как бы высшая точка, за которую борются, собственно, ребята на чемпионате страны. И думаю, что не только Украины, но и Россия, и прибалтийских стран, и Армении, и Белоруссии. И, естественно, это очень престижно, это очень почетно. Для них это огромная возможность познакомиться с ребятами из других стран, из других городов, пообщаться, посмотреть, как все происходит не только у нас в стране, естественно, поотвечать, может быть, на более высокого уровня вопросы. И в серьезной борьбе, может быть, занять призовое место. Под час урочистого открытия удельники Кубку Европы выслухали послание от президента Международной ассоциации клубов «Что, где, коли», а потом одразу сели за гульнявые столы, каб позмагаться у Кубку сборных. Уся церемония транслировалась у режиме онлайн. На протягу 46 годов гомельский цирк радует своих глядачов яркими программами. По традиции, завершение сезона отрымливается особливо яскравым. Гоноровая роль завершить 46-й цирковый сезон у Гомеля доверена артистам Российской державной цирковой компании. Чем яны будут удивлять гомельского глядача, доведался наш корреспондент Павел Михно. Гомельский цирк за свою амаль полувековую историю поспел стать местом встречи лепших сусветных артистов и доброзачливой публики. На мясцовой арене выступал не один десяток коллективов, тому сдивить гомельчан непросто. Однако цирк-шоу «Морских львов» и «Бурых медведев» цалком оправдал той ажиотаж, який был створен у конце сезона. Уникальность программы оценили и профессионалы. Уникальность этой программы состоит в том, что действительно у нас работают представители Российской государственной цирковой компании из Москвы. У нас работают номера аттракционы из цирка Никулина, работает аттракцион у нас из братьев Запашных цирка. И есть такой маленький секрет, у нас вот два номера, они вообще из английского цирка Blackpool. Отметная программа и тем, что у ее удельничает великая колькость живел. Экзотичные американские яноты и насухи, собаки, кони и навод малпы-акробаты. Потешить глядачов оригинальными трюками. Подаются дрессуре обезьяны достаточно, скажем так, легко, но и в то же время требуется очень много терпения. Потому что, сами понимаете, животные очень подвижные, умные, поэтому, чтобы заставить его что-то исполнять, нужно обязательно такой какой-то особый подход найти и именно терпение. То есть не хочу, не буду, но надо доказать ему, что надо. И когда он поймет, что это нужно и хорошо, и от тебя отстают, то есть сделай работу свою, сделай дело, гуляй смело. Все, они начинают стабильно работать. Головные герои представления – морские львы и бурые медведи. Первые дружно вальсуют, крутят обручи и робят ластовку, а другие здольны керовать практически любым видом транспорту. Вядома, на арене глядач убачить так само жонглеров, гимнастов и эквилибристов, а подтримливая настрой публики клоун, заслуженный артист Украины Константин Ярасименко. По традиции, у конце премьерного показу артисту почастовали хлебом солью. А вот який сюрприз гомельский цирк подрихтовал до опошнего выступления у сезоне, якое отбудется 3 червня, организаторы покуль не раскрывают. Треба прийти и убачить усе на свои очи. Павел Михно, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля завершился международный турнир по боксе, присвеченный Дню Перемоги. Удел у споборництве приняли спортсмены с 5 краин. Усяго 70 боксеров. Негледзячы на высокую конкуренцию, господары ринга без медалёў не засталіся. За финальными поединками сачыў Максим Савин.
Открыл лиг завоеванным представниками Гомельской области золотым узнагородам Эмил Алию. Гомельшанину в финале ваговой категории до 52 килограммов супредстоял Александр Бутрым с Барановичем. Ободва боксера 1999 года нарождения и только починают свой шлях у великим боксе. До речи, для Эмила Алиева турниру «Гонор дня перемоги» в уголе стал первым на дорослым рынгу. И дебют отрымался одразу с золота. Перемога не была легкой. Окромя диплома и медаля, Эмил отрымая звание кандидата у майстры спорту. Ну, соперник, конечно, неплохой. Ну, видно, что хотел тоже победить, но больше хотел, походу, я победить. И вот, выиграл. Турнир такой не сильно легкий. Видно, что все опытные, первые номера приехали. Ну, вот, конечно, обрадовался, что первый стал. Добился цели своей. У вогуле у спаборництвах мужчин у финалы у 7 ваговых категориях пробились 5 представников нашего региона. При этом супредстояли гомельчанам атлеты из всей Беларуси, а так само из Украины, России, Молдовы и Азербайджана. Представництво серьезное, однако гомельским девчинам было нашмат тяжей. Жаночая сборная России приехала на турнир у Гомель амаль у основном складе. Заслуженные майстры спорту международного класса, призеры и удельники олимпийских гульнев. Проверка сил супрать таких соперников лепш любых тренировок. И первая сборная России, это, я вам скажу, что, во-первых, бояться не надо, но, во-вторых, это очень опытные, уже хорошие, интересные спортсменки, где ухо надо уже держать востро, где можешь пропустить удар и в первом раунде, если не хватит мастерства. Зараз Федерация боксу не покидая поза увагой ни один турнир, який проходит на территории Беларуси. Но в 2019 году в нашей стране отбудутся другие европейские гульни. И боксеры на домашнем старте такого узровню не плануют застаться без узнагород. Максим Савин, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры.